शुद्धस्फटिकसङ्कषं द्विनेत्रं करुणानिधिं वरदाभयहस्तं च श्रीगुरुं शिवरूपिणं भक्ताजननतमोभनुं मुर्नीपङ्काजसंस्थितं सदाशिवमया नित्यम् Шри-гурум пранамам яхам. Я всех приветствую. Тут мне задали вопрос. Мне он показался важным, потому что это, я думаю, вопрос многих людей. Стоит эту тему разобрать. Человек меня цитирует, мое прошлое видео, посвященное Гуракшинатху. Чтобы быть учеником, нужно реализовать самадхи. Дальше вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько времени нужно среднему человеку из нашего социума, чтобы выйти на уровень начального обучения, когда уже реализована самадхи? Хорошо. Я постараюсь без сложной терминологии. Тем не менее, кое-что тут все-таки надо знать. Что такое самадхи и что такое ученичество? Почему я так сказал? Смотрите, иногда бывает... Вот вы, наверное, видели чистое небо иногда. Иногда на чистом небе появляются тучки. Иногда немножко, иногда много. Иногда вообще заволакивает полностью небо тучами. Вот наше ментальное состояние изначально подобно этому чистому небу. А все остальные мысли, чувства, вовлеченности в этот мир, они подобны вот этим тучам. У каждого человека иногда бывает просвет. Периодически наступает. Вот этот просвет и называется состояние самадхи. Но проблема в том, что у большинства людей это бывает только периодами, фрагментами. У кого-то бывает небо, ну вот слегка так заволакивает, вроде виден какой-то свет, вроде бы видно чистое пространство, но какие-то вот тучи немножко окрашивают. У кого-то просвет бывает очень редко, но бывает. И человек не понимает, где... его состояние чистое, а где, так сказать, происходит какое-то подмешивание. Однако, что такое практика? На чем она основывается? Основывается она на том, что это состояние чистоты является не чем-то таким, что недостижимо и крайне-крайне сложно, а то, что является для вас естественным и врожденным. Но так как сознание людей очень извращено, у этого есть масса причин, вот об этом мы и поговорим. Поэтому появляются такие мысли, что ну вот он о чем-то говорит, но это же невозможно. Ну ведь Патанджали в йога-сутрах, он говорит, что это восьмая ступень йоги, это разные уровни есть такого состояния, да, там есть там, савикальпа самадхи, нирвикальпа самадхи, там савикальпа делится на четыре подуровни, да, соответственно. Это ж последняя ступень, ну как вообще такое может быть? А тут он говорит, вот это вообще-то нужно для ученичества. Это не только я говорю, и вы сейчас поймете, почему. Есть немало текстов, исходя из которых, если вы их будете анализировать, вы поймете, что этому нужно уделять внимание прямо сейчас, а не когда-то там, через какое-то время, как это говорят некоторые пропагандисты йоги. Потому что если вы будете придерживаться вот этих тенденций, которые сейчас повсеместно на тему йоги, то вы просто вечно будете ходить по кругу, и йога это будет назвать сложной. Человек может так годами там, 50 лет, 60 лет заниматься йогой, именно заниматься йогой, увлекательная такая йога, но с самого начала должна быть правильная постановка, даже если это кому-то не нравится. Таким образом, практика – это когда вы вспоминаете свое чистое состояние, прозрачное, кристальное, тонкое, способное проникать в любые сферы, постигать эти сферы и постоянно возвращаться к себе, если происходит какой-то окрас. То есть, есть понятие окрас, вот, на санскрите называется варна, хотя вот этот корень вры, да, то есть он означает некий покров или вот вращение, да, то есть что-то, что тебя вот так вот как бы окаймляет, покрывает, ты видишь сквозь призму вот этого покрова,
вот этой вуали. Вот есть такое выражение, розовые очки человек одел или еще какие-то. Да? Он видит, что проходит какой-то свет, но понимает, что надо держаться каких-то ориентиров, да? Но есть масса отвлекающих факторов. И что должно вообще происходить в практике? В практике вы стараетесь придерживаться вот тех чистых состояний, которые у вас уже есть, которые врожденные у вас. Это называется сагаджа. Сага – с, да, вместе, джа – врожденное. То есть вы все свои активности связываете с вот этим врожденным состоянием. Это называется состояние сагаджа, самадхи. И в надха-сампрадае этому состоянию, в общем-то, посвящено все. Оно бывает фрагментарным, а бывает более длинным. Вы можете просто через практику расширять периоды нахождения в этом чистом состоянии. И когда вы в конечном счете становитесь способными находиться всегда в этом состоянии, вот тогда ваша практика и ваше ученичество завершилось. Ну, это я, опять же, говорю с тем смыслом, что я просто пытаюсь донести саму мысль, да, саму концепцию. Тем не менее, критерии этой реализации, они могут быть многочисленными, то есть появляются множество различных успехов, то есть то, что называется сиддхи в связи с трезвостью такого сознания. Но даже сиддхи являются отвлекающими факторами. То есть есть сиддхи, есть сиддха. Сиддха – это вы в первозданном состоянии, и сиддхи – это как бы отражение этого вашего естественного состояния. Для того, чтобы это состояние выявилось, вы должны заниматься самоисследованием. И люди, которые этим не занимаются, они напрасно проживают свою жизнь. Ну как напрасно? Они играют, конечно, какую-то роль в общей картине мироздания, но для самих себя они остаются неудовлетворенными. Поэтому такой поиск, он крайне необходим. Не то, что там вот прямо надо. Это естественно. Вот то, что я говорю, это ну как дважды два, да? даже еще больше, чем дважды два. Это такая истина для йогинов, ну, как само собой разумеющаяся. Здесь, конечно, нельзя недооценивать иллюзию этого мира и силу безумия, которым полон этот мир. Ну, давайте я просто на примере, вот как это здесь иногда бывает. Я здесь вижу очень много разных людей, ну, в Австралии. На каком-то этапе, сейчас уже этого меньше становится, слава богу, на каком-то этапе вот были такие периоды, когда я заходил куда-то, ну, допустим, там какой-то крупный маркет, там много всего, можно встретить людей с новыми атрибутами, вот такими, да. Некоторые из этих людей, когда здесь было давление на людей, что типа вот надо это все носить, некоторые из людей, они это все воспринимали очень серьезно. Хотя прошло каких-то 2 года. Некоторые воспринимали настолько серьезно, ну тогда это было меньше, да, настолько серьезно, что когда меня видели без этого атрибута, это очень характерная категория людей, то они начинали что-то там фырчать, пару у них из ушей шел. В ответ я просто улыбался, покачивал головой вот так вот. Некоторым я начинал просто отвечать, не сразу, правда, но очень жестко. И видно, что их плющило, колбасило, жестко, спокойно и по делу. И тогда они просто впадали в какую-то прострацию. Как будто их облили холодной водой, там, я не знаю, вот они спали, их облили холодной водой. Это люди, которые считают вот такое вот нормой. И они очень удивляются, что есть те, кто это все презирает хладнокровно и считает, что это атрибуты из сферы животноводства. То есть какие-то животноводы активно занялись этой категорией. И когда им начинают говорить какие-то странные вещи о том, что это норма, это правильно, и в ответ они получают очень жесткие реакции от некоторых людей, причем очень спокойные, непоколебимые, то они очень удивляются.
Вы можете посмотреть конкретные примеры того, как легко люди во что-то втягиваются, и то, что казалось раньше безумием, они воспринимают это как свое нормальное состояние. В свое время я как-то сказал, что вот сейчас это вот так, да, происходит, а потом вам скажут, что я не буду называть это слово для Ютуба. Вообще-то очень интересно, да? Вот то, что на Ютубе такое происходит, тут некоторые считают уже это нормой. А я советую всем жестко стоять на своем и понимать, что не надо нам подсовывать ваши уродские нормы. Это не норма. Нет. И никогда, никогда я это не признаю. А почему? А потому что это втягивание в зомбёжку. Со мной это не прокатит. Я вот сказал, что не пройдет и какого-то очень долгого времени, как это явление, давайте я не буду его называть, но знаете, вот когда взрослые люди с очень маленькими детьми вступают в определенные отношения. Через некоторое время одна очень крупная известная организация заявила, что это не является каким-то отклонением от нормы. Когда я это говорил, некоторые думали, что это, ну, я так вот утрирую что-то, да, что я вот преувеличиваю. И вообще, давайте думать позитивно о самом хорошем и не разводить конспиративные теории. Я вообще способен отвечать иногда очень жестко. У меня с этим вообще нет проблем. Но в целом-то я человек, конечно, по природе своей добрый. Добрый, но если надо, у меня есть определенный опыт и наработки, как отвечать в некоторых случаях некоторым людям. И когда я что-то не принимаю, я это просто не принимаю. Понимаете? И все. Это просто железобетонно. Хоть у тебя там пар из ушей будет идти. Что угодно делай, все это бесполезно. Но вот и через какое-то время это подтвердилось. Вот эта крупная организация, она заявила, что это нормально. Более того, если не произойдет то, что я когда-то озвучил, скажу, что я там недальновидный, я готов даже пожертвовать своим вот таким имиджем, да, что я вот недальновидный, лишь бы этого не было. Я не буду потом объяснять, что этого не произошло, потому что были приложены определенные усилия. Мне не привыкать, когда меня видят как-то не так. Вообще людям не свойственно понимать ни меня, ни ситуацию. А некоторые вообще просто придумывают такую дичь, что просто диву даешься. Такое сочиняют про меня, что я вообще иногда, когда вот до меня доходит какая-то информация, я просто офигеваю. Так истории перекручивают и такое туда вкрапляют, добавляют, что просто, ну, удивительно. Удивительно. Там даже надо Геббельс. Сила омрачений, она очень велика, и вы должны это понимать. Вы должны это понимать, что это также и в сфере йоги. Ну, вернее, того, что ей принято называть сейчас по всему миру. Для моих учеников требуется очень критическое отношение ко всему тому, что происходит в мире. Очень критическое. И если человеку это не свойственно, то он не может быть моим учеником. Понимаете, вот в таком полноценном виде он не способен просто. Это не значит, что он не может что-то слушать из того, что я говорю, может даже что-то там применять, да. Но я не могу таким людям уделять слишком много внимания. Я вообще должен просто заниматься своей садханой. Как результат, когда у меня есть силы, я просто этим делюсь естественным образом. Вот в сфере так называемой йоги есть очень много сформированных предубеждений по той причине, что когда-то йога стала массовой. А раньше в Индии она не была массовой, она подразумевала, что гуру выбирает достойных учеников, и это не было большое количество учеников. Ну и ученики тоже проходили до того, как они приходили в йогу, очень многое. Конечно, йога – понятие широкое, и она не ограничивается йога-сутрами. Хотя йога-сутры часто многими упоминаются, потому что они древние, действительно, красиво изложенные там
философия, теория, то есть можно это копать все глубже и глубже, находить там массу интересного, но большинство людей даже этим себя не утруждает, а просто модно ссылаться на какие-то авторитетные источники. Самое простое, что вот люди смогли запомнить, это анги, да, разделы, аштанга-йога. Да? Восьми, они переводят это как восьмиступенчатая йога. Хотя, если вы посмотрите тексты Гуракшанатха, там есть и аштанга-йога, и шаданга-йога, и чатуранга, и панчанга-йога. Совершенно разные градации и даже разные последовательности. В той же шаданга-йоге там есть просто перестановка местами вот этих, я их называю как части, разделы. Наверное, разделы будет точнее. Но вообще анга означает часть. Иногда ангой называют вообще в целом тело. Иногда части тела, а иногда целом все тело. Вот, в зависимости от контекстов. Но если вы посмотрите, допустим, какие-то тантры, то конкретно вот именно недвойственные тантры, то состояние Шивы, состояние духовной чистоты – это то, что является врожденным. Соответственно, техники какие-то, разделы, упаи – это то, что является некими подводящими элементами, которые дают возможность вспомнить вот это врожденное состояние и быть в нем, то есть быть самим собой. Вот так скажу, да? Большинство людей, они забыли, кто они вовлеклись, в том числе и в так называемую современную йогу, которая сейчас популярна на всех континентах, что только с ней не ассоциируют, и выбраны были определенные шаблоны, которые преподаются во многих йога-центрах. Это все пытались институциализировать. Да? Я даже вот встречал много совершенно странных вещей, да, когда там пытаются, например, сделать какой-нибудь институт йоги с разными кафедрами. Там кафедры надхов, кафедры сидхов, кафедры... Ну, это же вообще полный бред, если вы надхам в Индии скажете, что вы вот кафедры надхов, да? То есть они, ну, просто, наверное, поржут, и их можно будет понять. Кафедра чистой души, кафедра трезвости сознания. Это все, конечно, смотрится дико, нелепо, выносящее мозг. Поэтому, когда на Западе вам что-то говорят, какие-то преподаватели йоги, то нужно быть очень-очень осторожными. Другой приведу я вам пример из своей жизни. Как это было вот у меня, да, практика йоги. Я начал практиковать йогу еще в школе, но это больше было, ну, что-то на вроде экспериментов. Я пытался искать информацию через друзей своих, которые практиковали восточное единоборство. И далее йога постепенно-постепенно, ну, я в это дело стал вникать больше. Ну, были очень искренние мотивации понять, что это такое, и посредством проб, ошибок, экспериментов, может быть, даже где-то и с достаточно фанатичным подходом, да, я готов это признать, это, ну, я не считаю, что это был прям какой-то серьезный недостаток. Я думаю, что мой опыт, он правильный. Я нисколько не сожалею обо всем, что со мной произошло в этой сфере. Так сложилось, что у меня только были друзья, когда я жил в Брянске. Никто йогу не преподавал, но попозже я узнал, что, оказывается, есть, да, люди периодически там что-то проводят, но так это было все очень... Мелкая какая-то группка там была еще, но она раз в месяц что-то у них там, кто-то приезжал к ним. Опять же, это просто приезжал кто-то из другого города. Помню, там с Украины приезжал один преподаватель. Вот, какая-то женщина тоже была пожилая. Все это были такие очень душевные люди. И вот сейчас трудно это проассоциировать. Вообще сложно представить со всем тем, что происходит сейчас. Я еще не увидел огромного количества безумия, совершенно каких-то шизофренических явлений с их
такими картинами мира, которыми должна заниматься клиническая психиатрия. После так получилось, что я ездил на Украину, это был Харьков. Мне, конечно, все было интересно, я пытался понять, что, где, как. Но к концу 90-х я уже для себя принял решение, что все-таки надо посмотреть на мир, да? Поездить, посмотреть на мир. И Индия, конечно же, для меня особо была интересна. Индия была такая мечта, но сложно было представить, как это все получится. Ну, так вот свыше как-то все проигралось, что я попал в Индию. Об Индии можно говорить много, отдельно, бесконечно. Даже говорить, что отдельно сложно, потому что это бесконечно. Но потом был период, когда мой индийский опыт, он стал интересовать людей в России. Опыт был разный. Стали интересоваться люди, которые как-то связаны или со сферой пропагандирования индуизма в России и так называемой йоги. Я встретил людей, о которых вообще не было ничего известно в 90-х годах. Фактически их вообще не было. Многие начали заниматься в нулевых, в начале нулевых, кто-то самостоятельно там как-то. Какие-то были мелкие такие компашки, но мы никак не соприкасались, у нас было совершенно параллельно происходили события. Но к тому времени они уже начали серьезную пропаганду йоги со своей стороны, и они заинтересовались. И сначала вроде как все шло хорошо, а потом вдруг выясняется, что эти люди совершенно не понимают, с кем они разговаривают, стали позволять себе довольно жесткие ноты. Вот мы тут на йога-рынке, великие люди, вот этот весь рынок начал появляться. Мне стало это все забавно, тем более вообще после моего опыта в Индии. У меня там опыт был очень веселый, там вот Бангладеши. И вообще после этого меня чем-то пугать, это, конечно, очень так забавно все смотрелось. Да. И я потом, когда смотрел на этих людей, и просто смотрел, они что, вот, может, выкурили что-то такое очень эффективное. Я стал думать вообще, что это за такое вообще, да? То есть как это вообще вот с йогой ассоциировать? Как-то вот вообще никак не ассоциировалось, но я человек довольно незлобный, да, и стараюсь себя, если человек негативно себя не проявляет, то я себя веду тоже по-доброму. Но иногда, когда я себя веду по-доброму, некоторые люди думают, что значит, он какой-то лох. Совершенно не учитывают, что ответить-то я могу очень жестко. Почему-то вот добрые люди, они вызывают у всяких ничтожеств такие ассоциации, что вот с такими надо поступать как-нибудь по-свински, да? Вот если это тот, который может дать сдачи серьезно, да, вот сразу себя таким показывает, может там что-то, кто-то что-то тявкнет и все. А если вот человек изначально был добрый, там ему пытаются сесть на шею, пытаются навязать ему какие-то ненужные ему вещи совершенно, да, а потом он выясняется, что не такой-то уж он и лох, то да, тут возникает большая нелюбовь. Но на самом деле это естественное явление, да, то есть тут надо понимать, что вот эта сфера как бы коммерческой йоги, да, йога-бизнеса действительно такая. Для меня это, конечно, долго не укладывалось в голове. Я просто в Брянске там ничего подобного не было, да. В Индии, там вообще другое все. Индия, это вот этого всего тоже я не видел, как-то Бог миловал. Я стал думать, хорошо, почему оно так все устроено? Ведь эти же люди, они зарабатывают не так много денег. Это, понимаете, это не нефтяной бизнес, это не продажа газа, это, смешные деньги, так вот. Это нельзя назвать каким-то заработком, только, может быть, те, кто руководители каких-то больших проектов, да, там, крупных йога-центров, да, те могут больше себе позволить, но тоже это нельзя сказать, что это прям что-то такое. Говорят, йога-бизнес, такой бизнес это. Если это более-менее какая-то корпорация такая, йога-корпорация, да, то может быть. И я понял, что деньги здесь играют огромную роль. И в конечном счете, ездя по миру, я видел много всяких явлений, да, как люди выживают, как они заботятся о деньгах.
как они трудятся, и деньги их к этому как бы сподвигают, что также деньги – это, ну, власть определенная для кого-то. В конечном счете я понял, что существует такое явление, как Федеральная резервная система США. К этому меня йога привела, да. В целом йога, но вот как бы то, что весь мусор также, который с ней связан, это хорошо. Вот в этом мусоре, да, вот в этой всей этой помойке есть позитивные стороны. Я увидел. Выяснилось так, что банкиры, печатая деньги, ну, понятно, что это уже и не печатание, это вот, ну, это так условно говорят, печатание. На самом деле это в компьютерах цифры определенные, там нолики какие-то, да. Вот. Никто не знает, сколько их вообще там всего. Кто-то, может быть, примерно тут имеет представление, да, но тема такая. Но одно известно только точно, что деньги эти делаются банкирами из ничего, из пустоты, да? Посредством процентов. Посредством процентов, и проценты эти разрастаются в денежные такие пузыри, да, которые дальше их надо пускать как-то в дело. Да? То есть они вот растут, происходит инфляция, да, раздувание такое пузыря. И чтобы деньги были востребованы, нужно, чтобы были кризисы. Вот это я осознал. И когда происходит это раздувание денег, массы, то всегда денег будет кому-то не хватать. То есть за них всегда будут вот воевать, это непрерывное. То есть вот это раздувание денежной массы, оно порождает конкуренцию. То есть выживание, борьба за деньги. И я стал задумываться, ну вот кто-то это создал, да? Кто-то создал такую вот систему. И он ничего не делает, он просто вот наблюдает за этой системой и ходит, смотрит, как люди создают какие-то продукты, интеллектуальные, посвящая все свои жизни. Ну, в лучшем случае там Нобелевскую премию человеку дадут, да, там в лучшем случае там, ну, заработает себе на пенсию. Там. Ну, есть те, которые там большие деньги зарабатывают. Но тем не менее, если с этой позиции вот рассматривать торговцев йогой, опять же, я не говорю, что это неправильно, что там неправильно брать дакшину, да. Это нормальные вещи. Это всегда так было. Но что перевешивает в человеке? Понимаете? Мне стало очень любопытно. Но, как правило, это мне любопытно. Вот те люди, которые занимаются выживанием, а я выживанием не занимался на тот момент. Просто то выживание, которое у меня было в Индии, да, жизнь на подаяние, это мало кто вообще может себе представить. Нереально это вообще представить. Тот, кто не прошел, он это никогда не поймет. Но после того, как человек это проходит, он уже очень спокоен, он наблюдает как за игрой, да. И я вот после этого мог себе это позволить и стал, ну, анализировать вообще, откуда эти все проблемы-то. И я понял, что эти проблемы в конкуренции, и конкуренция порождает производство все новых и новых каких-то продуктов. Плохих, хороших, разных, бессмысленных также, безумных иногда, построенных вообще на полном обмане. Этого очень много. Но есть люди, которые там всю свою жизнь посвящают, например, каким-то исследованиям, да, вот они пишут ресерчи какие-то, копают какие-то темы, служат вот этой всей машине, да, мировой, которую породили эти деньги. И потом просто вот он отработал, да, и его там выбросили как ненужный материал. И я понял, что судьба эта совершенно несчастная у многих людей и незавидная. Но это я понял. Они-то этого точно, ну, я очень сомневаюсь. Может, какие-то единицы поняли это. Это беда, что весь этот New Age, что вся вот эта среда, ну, даже традиции какие-то, да, которые там представлены на Западе, они больны этим, они этим заражены очень сильно. И поэтому люди идут на компромисс со злом, они думают, что вот когда-нибудь случится такой момент, когда я вот реализуюсь в социуме, вот после этого я займусь духовностью. Пройдя вот эти все этапы, я займусь этим. Но я наблюдаю за людьми, этого не происходит вообще никогда. То есть они ходят годами, вот в этом всем, ждут, что настанет вот это чудное мгновение когда-то. Когда случится самадхи, случится вот реальное пожертвование всех низших своих интересов, незначимых каких-то, для самого важного, и самое важное станет на первом месте. Вот так люди думают.
вот сейчас я сначала там сделаю то-то, то-то, создам там йога-центр, там еще чего-то такое, да, там, может, там книжки какие-нибудь напишу, там, про какую-нибудь практику йоги, да, и после этого я займусь. И так мыслят очень многие. И вы, прежде чем понять вот то, о чем я говорю, вот этот факт не должны отрицать. Я понимаю, что хочется поговорить о чем-то возвышенном, но мы не можем говорить о чем-то возвышенном, не приняв тот факт, что есть вот это вот все. В том, что кто-то считает нелицеприятным, негативным. Давайте вот о чем-нибудь хорошем подумаем там, да. Но мы не можем думать о хорошем, минуя плохое. Миновать плохого и хорошего тоже вы не увидите, потому что здесь это тоже сравнение, да, тут тоже, можно сказать, может быть, и тут какая-то есть вот конкуренция, да, но это зависит уже от вас, понимаете? Будет это конкуренция или будет это просто искренние ваши вопросы, искренний ваш поиск, попытка докопаться до истины, понимаете? Я просто это отвечаю для того, чтобы хоть кто-то что-то допонял, о чем я говорю, и это будет комментарием к тому, что я сказал про Гуракшанатха. Сейчас сфера йоги, она очень извращена, забыты все правильные устремления, которые были в традиции, в традиционной йоги. Понавыдумывано много всего, то есть асаны вот такого-то уровня, там первого уровня ты проходишь, второго уровня асаны, третьего уровня асаны. То есть уже даже не анги являются уровнями, да, а вот анга там раздробляется на еще какие-то подуровни, да, подуровни, подуровни и так далее, и так далее, и так далее. Вот, люди закопались в дебри каких-то искусственных творений, которые совершенно опасны, на мой взгляд, и могут забрать у вас очень много времени, они вас могут затянуть куда-то. Поэтому невозможно будет понять, что из себя представляет традиционная йога, чему следуют надхи в Индии, если вы будете устремлены к вот в этому кружевному такому декору, да, который искусственному, да, который создается вокруг вот этого понятия йога. То есть вы будете ходить долго по кругу. Может быть, это и так и должно быть, да? Я знаю, что все равно оно так и будет по-любому. Почему об этом рассказываю? Я это рассказываю, потому что я должен это говорить. Таким вот образом, самадхи – это некое сущностное состояние, не просто которое у вас есть. Это то, чем вы сами и являетесь. Общение с гуру все больше и больше снимает с вас какую-то пелену, да, которая затмевает ваше естественное состояние. Конечно, можно говорить, что да, вот наступил какой-то просвет, да, там облака разошлись, и что дальше? А ничего дальше. Разошлись, надо помнить это состояние и дальше его развивать в себе. Оно свойственно всем. То есть нет таких людей, которым бы не было оно свойственно. Потому что быть естественным человеком – это не является чем-то сверхъестественным. Вот сверхъестественное – это сверхъестественное безумие, да, которым живет большинство людей, сами того не понимая. Поэтому, конечно, у этих людей масса вопросов. И на эти вопросы, те, кто погружены в это, вы не сможете никогда их, этих людей, переубедить за короткий срок. Потому что у них нет понятия искренности, сакральности. Жизнь просто проходит с таким бессмысленным потоком, бессознательным. Просто человек плывет по течению вот этих вот сансары и не понимает вообще, куда его несет. Поэтому если вы не встретите настоящего мощного и чистого источника, стабильного источника, как в себе самом, если вы не будете пытаться это узреть в себе, придерживаться этого, то вы также не сможете встретить настоящего гуру. Потому что, конечно, встречаются разные учителя. Учиться у достойного гуру нужно быть готовым, нужно быть очень трезвым, критичным к жизни, которая вокруг, и не шугаться от того, что гуру вам говорит
о каких-то нелицеприятных моментах того бытия, которое нас окружает. Поэтому, да, вот если вы поедете в Индию, вы не увидите там гламура какого-то в Надха-сампрадае. Относиться к этому можно по-разному. Я считаю, что это очень хорошо. Это пробуждает людей и заставляет включать мозги, включать осознанность. Вам это просто необходимо. Некоторые вот задают такой вопрос в связи со всем тем, что вот я в самом начале вам привел один пример, да, вот с происходящим ныне в мире. Я тут вот с одним учеником недавно беседовал. Он айтишник, но он интересный пример привел. Мне он очень понравился. Есть такой garbage collector, да, на компьютере, информационный мусор, да, который удаляется. То есть что такое компьютер? Компьютер – это просто вот есть как бы там главная программа, от которой рождаются другие программы, тоже важные, но они как бы вот из него происходят, но они второстепенные. Дальше там они могут порождать еще какие-то, происходят разветвления. И вот это очищение, да, такой клининг лишней информации происходит через связь вот с этой изначальной программой. То есть вот эти разветвления пошли, они все второстепенные уничтожаются, и так очищается компьютер. Да? Вот то, что сейчас происходит на планете, вот это нечто подобное. Мне кажется, вот это вот очень хороший образ. Но это происходит не только сейчас, это происходит вообще. Вот те люди, которые увлекаются на все второстепенное и забывают о чем-то самом главном, самом искреннем, самом настоящем, самым честным и самым глубоким, возвышенным, они превращаются в вот этот мусор, который подлежит уничтожению. Это звучит очень жестко, но они сами себя такими сделали. Они поверили вот всему этому дуримарству и сами дали добро на собственное уничтожение. А когда им что-то говоришь, они это не слышат. И да, конечно, потом все станет на свои места рано или поздно, идиотизм рухнет, но будет много жертв. Но жертва не есть всегда. Поэтому, когда вы уходите от сути, да, когда вы уходите от главной программы, от главного кода, да, который является Богом, истинной сутью всего, вот тогда и возникают все эти проблемы. Поэтому, когда я говорю, что самадхи – это то, что жизненно необходимо, конечно, вот для всей этой категории людей это звучит, ну, вообще непонятно и дико. Да? Что такое самадхи? Сама означает целиком, полностью, совершенным образом. И дхи, да, окончание, и там да, означает держать, собирать. Тотальная собранность. То есть вот вы идете к вот этим второстепенным веткам, разветвлениям, иногда увлекаетесь в этой жизни, потом вы должны понимать, что нет, вы должны идти к корням. То есть вы должны отбросить постоянно, причем отбрасывать, это происходит обновление. То есть все лишнее отлетает. Какие-то отработанные ненужные вещи. Но если у вас не будет связи с Высшим, то вы сами превратитесь в то, во что вас втянули. Поэтому не надо втягиваться в это. И в йоге вот всего такого, что людей втягивает, ну, в так называемой йоге, по всему миру сейчас крайне много. То есть очень много всяческой дури. И люди боятся говорить про самадхи, боятся говорить про мантры, про сознание, про... Ну и даже если говорят, то просто какие-то стандартные вещи, которые, в общем-то, они не понимают никак. То есть, соответственно, у вас всегда есть шанс увлечься чем-то. Поэтому, когда вы говорите вот для начинающего ученика, что нужно, здесь сложно сказать, что нужно. Нужно вообще понимание. Понимание, что дает ваш учитель, кто такой учитель, как правильно себя вести с учителем, почему это важно, почему важна традиция, почему важно придерживаться традиции. Вот традиция – это есть базис, к которому вы должны постоянно возвращаться. Вот, и ученик – это тот, который постоянно возвращается к себе и который постоянно возвращается к связи с своим гуру, потому что
всегда хочется увлечься чем-то. Вот я приведу еще такой пример. Вот есть разные подношения в пуджах. Да? Там 16 подношений, 64 подношения. Да? Там вообще много, когда там раджу пачари, там огромное, по-царски прям, да, там служат божествам в храмах. То есть есть там 10 подношений, способов почитания. Есть 5, есть 3, есть 2. Допустим, там цветок и воду поднес. Да? Там. Есть одно. Одно – это просто бхакти. А что такое бхакти? Единственное подношение бхакти. Бхакти означает участие. Участие в чем? Участие в том, что является чем-то светлым и чистым. И то, что вас будет держать всегда в чистом состоянии. Поэтому бхакти может быть просто одно из подношений, да, яги для божества. Неважно, сколько элементов в йоге, сколько там анга, то есть начинаете ли вы практиковать с асаной, пранаямы, да? Или же там, как в хатха-йога прадипике, да, там есть асана, пранаяма, надану-сандана и самадхи. Самадхи, то есть собранность, вы от второстепенного собираетесь к сути, к первичному коду, из которого произрастают все явления. Вот брахман, да, брахман, корень брих, то, из чего все проявляется. Вот, и вы постоянно стремитесь себя вернуть. Когда у вас есть это чистое состояние, вы полны сил, полны энергии. И даже здоровье, я уже говорил, это свастхата, это свое состояние. Ну, конечно, тут можно много поспорить, конечно, ну а как же, люди же рождаются, там уже некоторые вот рождаются уже с болезнями. Да? Болезни-то врожденные. Нет, болезни-то не врожденные. Болезни – это обретенные, если с детства, то с прошлых жизней. Еще что-то в прошлых жизнях было совершено. Ничего просто так не бывает. Врожденным является связь с Богом, врожденным является состояние сида, да, состояние совершенства. Мы когда говорим «я что-то обретаю», вот я обрел самадхи, но это не совсем точное определение для такого рода состояний. Потому что когда мы говорим «обрел», это некий объект. Объектность, конечно, существует, безусловно, может быть разного уровня. Но это как вот с этим, с компьютером, я вам приводил примеры. То есть если вы начинаете уходить в объектность, в ущерб связи с изначальным, тогда это проблема. Вот этот уход в объектность – это то, чему подвержены преподаватели йоги, чему подвержены те, кто им верит, чему подвержен весь этот мир выживания и конкуренции, да, бурления вот этого огня. Это как раз вот есть принцип объектности. Он очень опасный, потому что некоторых людей уже переубедить очень сложно. У них настолько развит вот этот консюмеризм, что они забывают смысл вообще предназначения этих всех техник. Добавляют туда что-то еще вычурное, лишь бы стать известными, ну, в том плане, что, так сказать, они чем-то сильно отличаются вот по каким-то своим изобретениям, да, от других. Вот кто лучше наизобретает что-то там, да? Йога, надхов – это переход от количества к качеству. А качество вот в тантре там может быть иначе. Там может быть улучшение и качества, и количества одновременно. Да? То есть в тантре там идет расширение количества, но через это расширение вы все равно используете йогу надхов для того, чтобы постичь качество. И вот это качество вы уже можете дальше видеть в большом количестве. Но с другой стороны, без вот этой минимализации и углубления не будет никакой тантры. Понимаете, в чем дело? Ну а если у вас есть высокое качество, пусть и чего-то простого, на вид простого, оно уже вам не покажется простым, то нужны ли такие усложнения? Проблема не в том, что вы там на компьютер закачали много информации. Проблема в том, что если ее совсем много, да, то могут возникнуть проблемы. Перегрузка там наступает. Опять же, я не хочу сказать, что это нечто фиксированное, какое-то состояние мертвое, да? Состояние такой мертвой собранности, да? И вы не способны постигать какие-то явления. Нет, свобода, потому что вот это одиночество, оно не одиночество в виде какой-то грусти, еще каких-то помрачений. Оно полно живости. Поэтому вы сходитесь в одном, в едином. Через возврат и через непрерывное вот участие в самопостижении, да, пребывании
в своем естественном состоянии. И с этим состоянием вы способны правильно общаться с гуру. Искренне общаться с гуру – это не значит, что вы ему вываливаете кучу какого-то дерьма, да, которое вот мусор у вас накопилось. Мусор, он подлежит уничтожению рано или поздно. Более того, гуру, да, он, его вот этот мир уничтожения особо-то не интересует. То есть его интересует то, что он считает самым важным. Вот, и я стараюсь об этом-то и говорить, в общем-то, как и все, ну, остальные, я думаю, какие-то йогины, последователи традиции искренние, учителя тоже, они, в общем-то, этого и придерживаются все. Если это так на самом деле, ну, понятно, что разные бывают, и некоторые там полно всяких, ну, я сейчас говорю о искренних людях. Вот на таком уровне мы стараемся общаться. И такое общение – это тоже йога. То есть мы отметаем все лишнее только по сути. Сконцентрированная суть – это и есть самадхи. И с этим состоянием вы реализуете, пребывая в таком состоянии, выстраивая свои активности через такое состояние, вы эти активности делаете совершенным. То есть это то, что называется термином сиддхи. Вот то, что я хотел бы вам сказать об этом явлении, если это можно так назвать, самадхи. И самадхи – это не тупое состояние, это и есть как раз-таки знание. То есть все знание, которое приходит, оно приходит через какие-то глубокие откровения. Именно глубокие. Самадхи – это глубина. Это постижение вот в состоянии повышенной осознанности. Поэтому это то состояние, с которым вы способны общаться с учителями, с достойными учителями. Если такого состояния нету, то, значит, вы еще не созрели. Значит, вам нужно еще... Опять же, никто вам не... Вот вы спрашиваете, сколько должно пройти времени. Это неправильно. Конечно, если вы посмотрите йоговские тексты, ну, допустим, там критерии, там вот есть столько-то лет нужно для мантра-йоги, там 12 лет, да, там 6 лет там еще для другой йоги, там 4 йоги, да, вот для и раджа-йога. Человек может быстро реализоваться в раджа-йоге. Но йога, она на самом-то деле одна. Это и есть состояние самадхи. Йога к самадхи, говорит Вьяса, к сутре йога шчитаврити ниродха. Просто, да, просто и понятно. Это мой самый любимый комментарий на йога-сутры. Коротко и вообще по сути. Лаконично. Лаконичность. У йога все лаконично. Вот эта лаконичность – это легкость. Легкость – это открытость. Открытость – это процесс познания. Процесс познания – это развитие и сила. Сила – это сиддхи. Сиддхи подразумевает определенную зрелость человека. То есть зрелая душа, зрелое сознание – благодаря которому вы избегаете чего-то такого, что способно причинять страдания в этом мире. Если вы опытные, да, в чем-то, вы видите ловушки, какие-то подставы, засады, которые стоят повсюду в этом мире. И зрелая душа тем и отличается, что она это видит, просто-напросто уходит от этого всего. Поэтому это еще и мудрость. К этому, в общем-то, йога и ведет, то есть она направлена на такое. Если это именно так и есть, то человек становится совершенным существом. Он становится вот то, что называется сиддха, да? То есть традиция сиддхов. Если я, конечно, буду очень много вдаваться в какие-то детальки, да, какие там виды самадхи, чем традиция надхва отличается, мы, опять же, можем всегда впасть в вот эти различные формации, да, те или иные, которые свойственны разным традициям. Вот это обилие от этой путаницы может стать в любой момент вот этим мусором, теми опасностями, которые за ними могут скрываться. Поэтому
такой контроль, да, умение приостанавливать себя в таких вещах, это просто необходимо. Это необходимо даже в общении, когда вы общаетесь с кем-то. Вы можете общаться с человеком, с каким-то учителем, вы можете общаться с какой-то традицией, может быть, с какими-то даже божествами. Общение с божествами, что это такое? Ну вот кто-то считает, что там это что-то особое, да? А вот общение там с учителями – это менее значимо. Но я уже сказал, что искусство общения – это великое дело. Люди, можно сказать, дают низкую оценку этому всему. И общение не заключается в том, как много человек говорит и чего-то разнообразного, а скорее заключается в том, какова суть этого всего, глубина этого. Вот это важнее, это, ну, как бы самое актуальное. Да? И вот этого надо придерживаться. Самое идеальное у меня с моим гуру, я вообще общаюсь, можно сказать, ну, мы с ним вообще общаемся телепатически. Вот то, что кто-то считает чем-то сверхъестественным, у нас это вот как само собой. Да? Я стараюсь, просто я считываю с него то, что мне надо, и все происходит как-то легко, естественно. И я понимаю, что это самое выгодное для меня, для всех, и для него, и для мира. Поэтому такая связь, такое общение – это и есть движение в состояние самадхи. Вот что это такое. И здесь я не хочу ставить для вас какие-то рамки, когда это произойдет, какие там, какая глубина вашей дьяны, какие глубины вашего постижения. Здесь вы сами, в общем-то, видите результаты. Конечно, здесь необходима предельная искренность, предельная честность, готовность обсудить все самое актуальное. На сегодня, наверное, достаточно. Я дал вам пищи. Этим, наверное, и можно закончить. Вишеша аширвадам.